Всем привет! Сегодня мы будем готовить жареное мясо в апельсиновом соусе. Непосредственно для приготовления нам понадобится мясо и апельсины. Соль, соус барбекю, соевый соус. Все, поехали! Ставим сковороду и наливаем чуть-чуть масла. Проверим, если масло нагрелось. Так, масло прогрелось. Ложим сразу мясо куском большим. Мясо не солили, не перчили, просто положили жариться. Пока оно жарится, идем делать соус. Так, берем апельсин, катаем его. Второй также разрезаем, делаем пару проколов и выдавливаем. Второй апельсин также. Чуть сольки, соус барбекю, и соевый соус. Все тщательно перемешиваем. Все, соус готов. Идем переворачиваем мясо. Мясо с одной стороны обжарилось, примерно 5 минут прошло. Переворачиваем. И даем тоже обжариться. Когда мясо обжарилось, со второй стороны добавляем соус и закрываем крышкой. Немножко снега не помешает. Соус загустел, соответственно, мясо готово. Все, приступаем к дегустации. Итак, пробуем мясо. Смотрите, оно идеально прожарено. Немножко соуса. Сочнейшее мясо с нотками апельсина. Соевый соус, конечно, дает тоже свое. Очень вкусно. Пробуйте, готовьте. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!